Привет, ребята. Давно не виделись. Полгода, наверное. Ну, в общем, катимся тут по 40-му фривею. Вернее, не катимся, а остановились. Какая-то авария или не знаю что. Ну, в общем, как доедем, узнаем. На карте показывает 50 минут задержки. В общем, нет, боль, ну да, 50. Короче, тут вот такой столбняк. Что произошло, неизвестно. Как доеду, покажу. Наверное, если будет возможность. Крупная, потому как вообще столбняк, никто не движется. Стою тут уже во сколько? Минут, наверное, 8 без движения. О, трошки поехали. Ну давай мы двинем. Проедем трошки, узнаем, что там произошло. О, покатились, да как-то быстро. Прибрали уже с дороги, кто там перевернулся или что-то там, не знаю, что там случилось. Ну, в общем, доедем, увидим. Наверное, кто-то крыло помял или бампер погнул. Ну, в общем, плохо дело. Все, кого я раньше обогнал, еще, это, наверное, час назад. Вон они, вот эти вот, от этого, вот, раз, два, три, четыре машины, они впереди меня. Ну-ка, в какую линию встанешь? То текстуют, звонят кому-то там, я знаю, где-то едят, умываются. В общем, что угодно делают, но только чтобы мне быстро не ехать. Так, продвигаемся. Надеюсь, заеду на трек-стоп, достану там спать. А до трек-стопа 45 миль. Катимся потихоньку. Поехали побыстрее. Я, в общем-то, так и не понял, что ж такое было, почему такой трафик. Ничего нету. Вообще ничего. Может, там впереди что-то еще будет. Потому как на карте там она красненькая. Ну, едем. Вот так вот и еду. Вот это такая дырка, вот. О, пусто впереди. Он еле-еле сунется вот это. Ну там мента что-то мигает. Вот эта вся куча рассосется. Пройдет много времени. Ой,
Ничего не было, ребята. Вот просто не поверите. Ничего. Просто стояли и все. Ремонтные работы тут дорожные. Ну и что? Едьте себе. Ну, водители разные, конечно, бывают. Кто боится быстро ехать, кто не боится, ну, по-разному. Рассосалась эта бодяга. Ну и через 4 минут, сори, мили. В общем, туда. 4 минуты примерно туда ехать. Выйдем 181 выход и проверим, есть ли местечко на тракстопе под наименованием Петра. Если есть, потом я и стану. И буду ночевать, потом дневать, потом еще ночевать, а потом уже и поеду. Ну, вот такой вот план. Надеюсь, будет где приткнуться. Это город North Little Rock. Северный маленький камень. Типа. Сейчас узнаем. Ну да, до него 14 миль. Ну а мне до тракстопа 4 мили. Тут там на выход 161. И вот там он где-то слева, оно и будет. Надеюсь, будет. Да подожди, все, мы закончили уже езду, можно сказать. Так, ребята, вот это вот Петра, это время 5:30, но тут уже 7:30, уже все забито, мест практически нет. Люди ездят, ищут, ну там он дырочка, тяжело заезжать, тут правым боком заезжать, ну... Все такие дела малята вот тут творятся. Не так-то просто тут быть этим долбаным трак-драйвером или кем. Ну, в общем, стал. Все. Извините, что долго не было. И часто и не буду. Честно говоря, это опасное дело. За это так могут наказать. Но мне еще как-то повезло. Как-то отбрехался. Мент остановил, говорит, а что это ты по телефону разговариваешь? Я говорю, да нет, это я просто решил кусочек снять видео для Ютуба. А ну-ка покажи, что ты тут наснимал. Да вот, говорю, вот смотрите, вот кусочек тут маленький. Ну ладно, прощаю. Езжай, телефон в руки не бери. Ну, я и не беру, в общем-то. У меня головной телефон. А вот поснимать проблематично. Так, на этом я прощаюсь с вами, ребята. Возможно, еще когда-нибудь и увидимся. Работаю я в той же компании. Все прекрасно, мне нравится. Молодцы ребята, хорошо грузят, простоев нету. Заработки хорошие. Здоровье, где бы только взять. На все на это. Всем пока.